Когда мы готовились к 23 февраля, мы перебрали много вариантов поздравления. А давайте подарим им большой-большой торт. Не оригинально. А давайте устроим дискотеку. Скучно. А давайте купим каждому по машине. Ага, а деньги ты где возьмешь? А давайте подарим им диски группы Нервы. Ксюша. А давайте подарим им майку I Love New York. А давайте. Стоп! Давайте их просто поздравим, скажем теплые слова. Вот, дело говорит. Дима у нас добрый и отзывчивый. Данил умный и начитанный. Я физику люблю, чего же более? Вадим веселый и сильный. Артем Юнтин смелый и смешной. Мы родились суперменом. Миша накачанный и справедливый. Качалка праздник для всех. Даниил дружелюбный и уступчивый. Помоги мне, сердце мое горит. Артем Кравченко старательный и забавный. Никита энергичный и интересный. Эти сумасшедшие ночи. Юлик кругленький и прикольненький. Я целыми днями лежу на боку, съедаю в минуту по окороку 15 батонов, 50 куличей и сотню за... Подвижный и общительный. Да, повезло нам с нашими мальчиками. И не говори. А главное, они помогают нам в трудную минуту и поддерживают нас. Потому что они милые, обаятельные, искренние, задорные, красивые, яркие, мудрые, счастливые, терпеливые. А главное, любимые. Стреляют пушки, пулеметы, ракеты с минами. Летают, а в небе храбрые пилоты. Друг друга мастерски сбивают. Ревут снаряды, рвутся мины. Лежат повсюду трупа в горы. И танки с колоссальным скрипом сметают мирные заборы. А генерал, зажавший власть, склонился над военной кордон. Вот это понимаю праздник. Не то, что под восьмое марта. 23 февраля поздравляем вас, друзья. С 23 февраля. С 23 февраля поздравляем вас, друзья. С 23 февраля. А главное, они всегда нас поддерживают.